ребят молодцы. То есть реально как бы достойно парни играли, как бы вопросов нет по самоотдаче, по такой жаре, как бы. Плохо, конечно, момент свой не реализовали, да, но то есть, я вам опять же говорю, то есть, надо работать над этим, надо обязательно над этим работать, на тренировке, да, когда упражнения дают, везде. То есть, а так, я не могу вас ни в чем не упрекнуть, кто не вышел, парни, извиняюсь, как бы, ну, что-то просто, ну, такая сама по себе игра шла, то есть, замены, которые вышли, в принципе, добавили, усилили, как бы. Вот, всем большое спасибо, то есть сегодня как бы мне, ну, в принципе, первый тайм вообще вопросов нет, единственное то, что стандарт это пропустили, второй там у нас парень Соснова подъехал, говорит, я вам помогу, а в итоге помог нас. Второй-третий. Сделал разницу для Радуги. Сдаем, ну и сегодня молодцы, парни, большие молодцы, всем спасибо за игру. Кстати, у Миши много перчаток, так тащишь. Миши снова, ну, сейчас, парни, молодец.